Победа и вновь первое место по ходу регулярки ВХЛ. Такие перспективы были у «Дизеля» перед матчем с самарским ЦСКА ВВС. Однако мало кто рассчитывал, что это будут легкие 2 очка. Летчики намеревались отомстить пензенцам за 4 поражения в прошлом сезоне. К тому же много сил у желто-синих отобрал матч с тольяттинской «Ладой». И уже первый период подтвердил опасения. Наши хоккеисты практически не создали опасных моментов в атаке. Более того, перед самым перерывом гостям удалось открыть счет. Первый период вообще провалили, нам напихали в раздевалке и уже дальше начали в свою игру играть. И когда играем в свою игру, у нас все получается. Несмотря на то, что на второй период пензенцы вышли уже с другим настроем, сравнять счет получилось только в самой его концовке. Алексей Шубин реализовал большинство. Гости могли выйти вперед, но арбитр не засчитал их шайбу, а вот дизелисты забрасывали по правилам. Сначала Никита Ли вывел команду вперед, а затем Дмитрий Арсенюк поставил финальную точку в матче. 3-1. Молодцы, что нашли в себе силы с 0-1. Показали очень хорошую игру. Во втором периоде могли забивать, там реализовывать еще моменты. В третьем тоже неплохо уже. Вот именно был виден рисунок, какой должен быть у нашей команды, который мы постоянно этот рисунок просим их выполнить, требуем. Теперь игроков пензенского «Дизеля» ждет недельная пауза. 16 ноября желто-синие примут на своем льду новокузнецкий «Металлург».